Папа мне сейчас не зря заставлял читать книги, потому что то, что происходит сейчас, истории, которые были в книге, кажется, будто стали явью. Ну, если так можно назвать, то да. Конечно, после... Так вы такой бардак оставили, когда выезжали на дачу на хозяйство? Да нет, это осталось после того случая. Так-то у меня, конечно, тут не всегда идеальная чистота, но более-менее опрятно. Но тут я всегда вешаю, с каждых соревнованиях, таких именно серьезных, я вешаю либо плакат, либо вешаю фотографию. Вот, пока у меня, конечно, немного было таких соревнований. Ну, все впереди. Ну, а здесь у вас что это вообще находится? Ну, вот что это за вещи? А, ну... Это... Я так понял, это и для Лизы любимая комната. Да, потому что здесь множество ее игрушек. Да. Старые мои игрушки, которыми я уже не играюсь, я дал ей. Вот, ее письменный столик тоже завалили. Вот. Когда будете наводить порядок? Ну, думаю, уже сегодня. Сегодня, да? Есть. Анна Христиановна, тогда смотрите. Да. После этого что не объяснил? Не то, что после этого сказать. И вы тогда просто смотрите. А также... Я нужен еще? Да. Нет, спасибо, Христиановна, за вас. Закрой, иди, я знаю, что соскучился за городом. Иди. Сейчас извините, пожалуйста.